урожай созрел, и у нас предстоит первый отжим. Ветграсса, да. Ножниц у нас пока больших нет, мы еще не приобрели. Здесь, очевидно, нужны такие портняжные ножницы большие. Ну, какие нашли, такие нашли. Ну, потихонечку режем. И сейчас узнаем вес вот с одного лоточка. Лоточек у нас 30 на 40. И вот такая довольно-таки густая посадка. И вот там у нас весы. И мы узнаем в конце, сколько мы тут стригли шерсти. Итак, срез с одного лоточка составляет 254 грамма. Наверное, это неплохо, да? Хорошо, да. Это хорошо. Собранный урожай из четырех лотков общим весом составляет 936 грамм. Сейчас мы приступим к самому интересному событию – добыче сока из этого замечательного растения. Так что пока не переключайтесь. За это время, пока мы будем давить сок, лучше подпишитесь, поставьте лайк. Все интересное еще только впереди. Стоп. Жмых, который выходит из сока выжималки, вы знаете, практически на ощупь сухой. Ну, не знаю. Действительно такой вот, ну, даже пальцы абсолютно влажности на них нет. То есть КПД у него очень высокий. И так, наступил самый важный момент. Вот перед нами две емкости со свежевыжатым соком. На одной из них 420 миллиграмм, на второй ровно 400. Может быть, 450, сок не видно. Итого. Из 936 грамм срезанной пшеницы мы получили 820 грамм сока. Итого КПД у этой машинки очень высокий. Процентов 80 точно, если не больше. Посчитаем сейчас? Сейчас посчитаем.